Чего только не видели жители нашего города на площади Свободы. Старожилы наверняка помнят, как около 60 лет назад там стояла церковь Вознесения Господня, которая впоследствии была полностью разрушена, дабы не мешала троллейбусному движению. На месте ее поначалу выставили большие городские часы, потом убрали и их. До недавних пор там располагалась стела с орденами Победы. Прошлой осенью они пришли в негодность, и рабочие их демонтировали. Сейчас ведутся разговоры о реставрации орденов и передаче их Совету ветеранов. Сегодня же начались работы по демонтажу самой стелы. Причина в том, что со временем ее несущие опоры попросту проржавели. В ближайшее время будет выровнена опора, которая является подвесной конструкцией линий троллейбусных линий. Затем она будет покрашена и будет декоративно украшена конструкциями из цветов. Картинку, вот, пожалуйста, могу вам показать. Вот так это примерно все будет выглядеть. Это эскиз. В дальнейшем, в весенний период, будет изменен дизайн клумбы вокруг нее. Ну и надеемся, что город расцветет в новом виде. Отдельные металлические элементы, из которых состояла стела, проржавели и также подлежат утилизации. Работы же над главным опорным столбом будут продолжаться до мая.